Добрый день, друзья! Приветствую вас на YouTube-канале Староженко Владимир. Сегодня 4 декабря 2021 год. У нас на Дальнем Востоке 5 часов 55 минут. И я решил записать новую, более короткую и более деловую версию и предложить вам рассмотреть возможности, значит, дополнительного дохода, а для кого-то это может стать и возможности международного бизнеса. Значит, чем я могу быть вам полезным? По первому образованию я техник-пчеловод, мне 54 года. Но так же, как и вы, наверное, я попал во время перемен, да, мы застали время Советского Союза, мы застали время Российской Федерации, да, мы застали скачки доллара с 2 рублей 35 копеек, даже с 1 рубля 80 копеек до 80 рублей, да, доллар, да, а евро еще больше. Поэтому, конечно, заниматься бизнесом с долларовой продукцией, с Европы, конечно, было нелегко. И всех нас жизнь потрепала, наверное, кто занимался предпринимательством. Поэтому то, о чем я сейчас буду продолжать говорить, я буду опираться на свой личный опыт. И я имею моральное право и профессиональное анализировать, проводить статистику. Я подготовился, у меня факты. Вечером 3 декабря я записал видео, очень богатое видео, но оно получилось на 1,5 часа. Оно, наверное, уже будет интересно тем людям, кто примут решение сотрудничать с нами. Также есть видео у меня на 11 минут, которое касается именно парфюмерно-косметического бизнеса «Ламбре». Но сейчас и вот 1,5 часа видео, которая касается парфюмерно-косметического бизнеса «Ламбре», я бы еще назвал бы «Линия моей жизни», как я к этому пришел, какие были этапы становления на этом пути, 25 лет сетевого маркетинга, да, крайние 6 лет я занимаюсь рынком здоровья, БАДы компании «Full Life Research», и в том видео 1,5-часовом я объясняю, или можно сказать, оправдываюсь, или аргументирую, да, почему я в 2002 году занялся парфюмерно-косметическим бизнесом «Ламбре», да, а развил структуру, ну, мы развили структуру, я развил структуру, первое поколение 150 человек, а мы развили все вместе структуру с вышестоящими наставниками, с последователями, с коллегами, вот, с параллельных структур. Это было целое движение «Бизнес красоты», «Ламбре» был, есть. Да? Мы развили структуру под моим компьютерным номером. Мне повезло, 980 человек в 11 уровнях. И вот в этом 1,5-часовом видео я рассказываю, что не все так успешно, да, есть и ложка дегтя, да, и бизнес сдулся. И сейчас у меня идея, бизнес «Ламбре» лично у меня сдулся, да, потому что я на 6 лет, у нас пошатнулось здоровье очень сильно в семье, и крайние 6 лет мы занимались восстановлением здоровья жены, моего здоровья, очень тяжело пошатнулось здоровье. И вот в том видео я это обосновываю, да, почему на 6 лет я ушел из парфюмерно-косметического бизнеса. Итак, друзья, я там говорю слова благодарности всем наставникам, которые поучаствовали в становлении меня как лидера, как личности, да, даже за 34 года, начиная с трудовой деятельности с 1987 года. Получилось, как по телевизору показывают люди, которые добились успеха, это называется передача «Линия жизни», да. И вот люди рассказывают, отвечают на вопросы аудитории. И вот у меня получилось такое видео на 1,5 часа. Это такое прелюдия, да, я вам говорю. Я его назвал «Важно», восклицательный знак, «Ценно», 03.12.21 года, да.
ценно для тех, кто ищет возможности в бизнесе, в здоровье и красоте, да, Староженко Владимир. Это видео я посвящаю нашим партнерам компании Ламбре. Я не буду уже смешивать и Ламбре, и бизнес здоровья Full Life Research. Постараюсь, чтобы это видео было более компактно, но вот эти начальные 6 минут мне нужны были, чтобы пояснить о том, о чем я буду говорить. Сейчас я уже буду говорить по делу и без оправданий, и без аргументаций, как я к этому пришел, чтобы вернуться опять профессионально в бизнес парфюмерно-косметический Ламбре. Я просто призываю вас дослушать это видео до конца, особенно